Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня будет гастрономическая рубрика. Вова уже что-то затеял. Он выглядит, как будто он начал варить воду. С мясом. Сегодня мы будем готовить борщ. Итак, погнали! Кулинарная рубрика «Борщ в эфире». Что это? Это мясо. И я его решил помыть немножко, привести в чувство, для того, чтобы потом воду варить с мясом. Вода с мясом. Пока будет так. Суп веганский. Вода с мясом. Ну и достаточно. Воду можно слить, и получится уже неплохо вполне. Тогда получится мясо без воды. А вода в этом блюде очень важный ингредиент. Очень важный. Почему ты в скороварке варишь? Так быстрее будет. И мясо будет мягче. Мягче, очень надеюсь я. Для борща нам нужна морковь. У нас здесь растет морковь. Росла уже. Росла. Между прочим, с зелененькими, которые мы выбросим. Вот это буряк. Или свекла. Как свекла. По-русски буряк, по-украински. Давайте так. Тогда лука будет мало тоже, я подозреваю. Лук еще луком нужно, борща не испортишь. Один еще нужен лук, точно. Еще один лук. Я так понимаю, что вот у нас чеснок идет в эфир. Вот, полтора лука. Да. Вова нас балует всякими кулинарными рецептами. Это что, столько у нас свекла? Это не свекла. Это батат. Батат. Батат будем, кстати, готовить в следующей серии. Что еще? Что нам еще нужно? Ну, капуста это нужно. Помидорки ты не будешь туда добавлять? Пускай будет, да. Думал, что же еще надо. Да. Парочку, думаю, хватит. Соль нужна, я подсказываю, помогаю. Соль. И сметана. А сметана есть. А у нас, кстати, сметана самодельная. А вот я вам покажу сейчас. Вот видите эти морковки? Внимание! У нас вот здесь есть огород. И в нем растет всякие там базилики, там и куча всякого разного. Но пока еще только пока посажено. Вот это что? Ну это типа вместо капусты. Заменитель капусты. У нас будет вот такой борщ. Заменитель. Ямайский. Ямайский борщ, то другое что-то сыпать надо. Наверное. Но пока у нас доступа на берег нету, да? Ничего другого нету. Такую капусту будем использовать. Ну, а это вот у нас такими большими листьями, да? Ну да. Класс. Это кале? Нет. Кале? Каналулу. Вова, ну хоть бы помыл. Вдруг там какие-то паразиты ямайские. Это не капуста, конечно, это калалулу. Вот это. Но ее жарить больше, не? Ну мы в самом конце варки добавим это. Даже не могу передать. Ну, нечто среднее между хреном и шпинатом, да? Скорее хрен. Какой-то тут. Листы. Ну ладно. Шпинат не похоже. Не, чуть есть похоже на шпинат. На этот еще похоже. Вот этот, как он называется, дикий чеснок. Черемша. Вот чуть-чуть на черемшу похоже. Не по вкусу, а по консистенции. Ну, да. По привкусу тоже. Ну, что-то может быть очень далеко. Так, о, это ж лук зеленый. Класс. Желто-зеленый, скажем. Желто-зеленый, это потому что здесь сейчас жарко. Очень, да, слишком желто здесь, поэтому желто-зеленый лук. А это оранжевая морковка, видимо. И вот вся эта куча овощей превратилась вот в такой супной набор, включая чесночок. Нормально то, что оно так шипит? Да, но это чуть-чуть часа полтора надо подкупить, потому что мясо говядины, она очень требовательная к ресурсам. Я нашел тот рецепт, который искал. И засандалил все масло. И вылил все масло на сковороду. Вот это ты молодец, правильно поступил. Все, согласно. Это весь рецепт. Да, согласно технологической карте, что я должен сейчас именно сделать. В нашей технологической карте приготовления борща вырвал просто силой у холодильника. А он сопротивлялся. Не хотел отдавать.
А что ты будешь кромсать? Ну, надо потереть на новой терке. Это спецзаказ для меня было доставлено. А вот на днях. Выглядит неплохо, Ира, спасибо. Большое. Ну и надо вот, вот такие вот. Три. Три. Нет времени Раз, объяснять. Два, три. Нет времени объяснять. Причем, когда буряк трешь, даже если ты порежешься, ничего страшного. Никто не заметит. Никто не заметит. Там же, опять же, бульон наваристый. Да ты красными руками берешь, блин, картошку. Ты картошку так же будет? Нет, как-то по-другому. На мелкую? Это ты все это жаришь? Да. Здесь получается, что буряк и морковь? Так и есть. Перетертая на терочке, на новой. Ну, кстати, свеклу тоже Ира привозила. Думал, что это не тот инструмент. Мне больше вот это подойдет. Деревянный? Да. Это что, ты лайм добавляешь? Лайм, да, для того, чтобы сохранить цвет. Красный? Чтобы он не выжаривался? Цвет настроения красный. Серьезно? Да. И для этого лайм добавляют? Лимон, ну, в отсутствии лимона идет лайм. Ничего себе, я даже не знал такого. Что это за коварство ты хочешь туда положить? Что это? Ну, какая-то присыпка, не знаю. Ну, пробовал, вкусно было. Попробуем и сейчас. Может быть, тоже получится. Ну, такой вид, конечно, сразу, что как будто бы это уже кто-то ел. Без помидоров борщ не едет. Вот думаю, как нарезать. Слушай, Вова, а ты что будешь готовить в этой кастрюле? Думаю, да. Это больше? А скороварка это просто мясо сварить, да? Да, подготовка мяса к дальнейшему движению. А, понятно. Смотри, с двух рук, и там и мясо варит, и тут и еду жарит. Что это? Томатная паста? Томатная паста. Или помидоры? Ну вот, 5 помидор, а вот это вот томатная паста. Ну это не, это написано, смотри, грятосте, это другое. А не, паста, уже написано, паста. Хунц. Брутальный ты, Вова, человек. Я так мог бы зубами это сделать. Мог бы вот развернуть, стереть. Об асфальт. Кромку. Что у тебя там остросюжетно все происходит? Все хорошо? Что это? Что это? Все отлично. Готов? А для чего нужен зеленый лук? Ну, мне кажется, ну, если есть красный, лук. Лук должен быть, наверное, зеленый. Ты просто идешь по принципу цвета. А желтый где-то уже ушел там в красном. Вот, ты чем это делаешь? А тут есть клапанчик. Это нужно давление отстроить? Ну да, открыть будет, наверное, хуже, если открывать. Может, руку не оторвет. Очень на это надеюсь. Дойди подальше. Как был кока-кола, вроде газиков нету, открыл, пошли. Ага. О, отлично. Руку не обожгло? Нет, нисколько. Никому причем. Ох, какое вот, она еще мясо. Она еще кипит, при том, что газ выключен. Уже давно причем. Вот что я говорил. Каким-то неприлично большим ножом это режешь. Да, маленький тут что-то как-то не хочет справляться. Может, такое жесткое? Ну, чуть-чуть есть еще, но у него еще есть шанс все исправить. Ау! Не соленая. Ягодки набираешь? Да, думаю, хватит. Ну, кстати, очень похоже на подшипники. На этот, который развалился. Давай. Идея. Невероятный запах, вообще супер.
Это все обычные продукты, в общем-то. Никто не спорит, что продукты обычные. Просто кроме тебя из этих обычных продуктов никто необычное блюдо не готовит. Аня еще готовит. Аня готовит, да. Получилось из всего вот этого вот количества, всего вот, что было здесь, вот здесь, вот такая вот всего лишь одна кастрюлька. Кастрюлька. Черт, выглядит вкусно. Облизал. Облизал такой сковородку. Ну что, ты сделал? Да, считаю, что готово. Ну, а ну, покаж. Вот. О, борщ. Пахнет конкретно как борщ. Ну что, ты готова дегустировать? Конечно. Дегустасьон. Ну что, другие? Другие. Мы сейчас будем дегустировать вот этот прекрасный напиток. Национальное майское блюдо. Да, который был сделан из вареной воды, как Вова сказал. Вареная вода с мясом. Так будет правильно звучать. И с парочкой секретных ингредиентов. Ну что ж, вот секретный ингредиент — это Red Stripe. Совместное имущество, да? Что там с борщом? Борщ надо пробовать. Да, размешивать? Тихо, соус. Тихо, не отвлекай меня. Белый соус. На белом соусе, нет, на белом соусе классная надпись. Real Matcha. Белый соус. Супер вкусно. Ну что, как тебе? Шикарно. Вкусно? Восхитительный борщ. Просто борщ мечты. А где же вот это? Некогда, я жую. У нас типичный майский ужин. Такая карибская кухня. Борщ и шарлотка на десерт. Так, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Я вот тут мешаю борщ. Подписываемся на канал. Извините, я отвлекаюсь. Ставьте лайки, дежурный коммент. Все, пока, некогда. До встречи скоро.